«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Чисто в теории все должно идти нормально. Ну, по крайней мере, вы меня должны хотя бы начать слышать. Так. Сейчас я сделаю себе чатик повыше, получше, и все будет отлично. В общем, получили тут кучу всякой фигни, отдали предмет Кенни, подарили ему цветок и пошли дальше, кстати, надо мышку убрать. Убрать мышку надо отсюда. Вот, Ютуб вообще охренел, да, я согласен. Вот они всегда блочат все, что мне не нравится. Я еще удивился, что мне не заблочили вообще все. Они такое могут сделать. Так. У нас появилась карта, надо ее убрать, потому что она мешает обзору, в принципе. This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? Не знаю, что я ищу. Так. Окей. Может, здесь ничего нету. Так. Быстренько осматриваем комнаты. Зачем я это делаю, в принципе, могу объяснить, если кому-то интересно. Делаю я это примерно для того, чтобы просто взять и... Угу. Баттерс нам рассказал, чем тут занималась мама Картмана. This is where Karma does magic. It smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizards do. Oh, looks like he forgot to flush the stew. Ну, как мне там сказали, он вроде как страйк не выдавал. If it splashes, it means you get a free wish. Ой, ужас. Но да, они мне заблочили сам стрим. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Это что, в смятку? Быстрый удар. Да, я думаю, это поможет при идеальном выполнении. Вы можете запустить следующий удар, который генерирует броню и щиты. Лечит наносимый. Там был урон. Да, отлично. Ну еще, кстати, плюс Good Game, опять же, то, что здесь можно стримить фактически все, что угодно, это раз, а во-вторых, здесь можно. Во-вторых, здесь можно даже не знаю. Здесь можно хотя бы плюс в том, то, что чат лучше. Он быстрее появляется. Плюс нулевая задержка. О, сейчас офигенная музыка, кстати, пошла. Ладно. Почаще проверяйте гараже, они иногда бывают полезны. Ага. Так. Behold, the resident of Butters the Merciful. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Oh, this must... You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Быстро собираем всякую фигню. Я надеюсь, вам не надо объяснять, что я там собираю. То деньги, то какую-то полезную вещь, то еще что-нибудь. Так что, в принципе, это не имеет никакого особого значения. Вот. Так. Вообще, надо игру постараться пройти как можно дальше и как можно больше сегодня. Окей, окей. Сегодня, чтобы... Черт, что с... О, боже. Баттерс, ну... Those are my minions. They help me punish society. О, ключ от логова хаоса. Мяу-мяу-мяу. Так. Что у нас здесь есть? Ключ от гаража, окей. Как интересно, ну тут хрень взять, если ее можно вообще взять. Да пофиг. Так. Туалет. И нет, гадить я буду не в каждом туалете. Я больше, скорее всего, вообще не буду. Мне двух какашек вполне хватит.
Так. Вот, в записи, кстати, появится, но, скорее всего, ВКонтакте скину, потому что у меня почему-то такое ощущение, что YouTube к чертям забанит и видео. Вот, поэтому лучше я выложу ВКонтакте. Обидно даже. Вот вроде все гордимся Ютубом, хороший сайт, отличный, но, блин, иногда такие косяки на нем случаются, что просто даже обидно. Тем более, что, насколько я знаю, по идее, создатели ничего не имели против. Вроде как. Ну ладно. Так. Здесь все, да, здесь все. У нас дома мы были. Че, зачем сюда я вообще пошел? Так. Угу. Вот теперь у нас появился меч, и мы можем разрушать абсолютно все, что только можно. Проблема в том, что я поставил, что возрастное ограничение, и, мол, кто старше 18 не может заходить. Вот черт. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. Черт! Не успел уклониться. На, минус одна щит. Да ладно, я не так сильно ранен, Баттерс. Я сейчас не понял, он что, его за жопу ущипнул, что ли? Ладно, не обращаем на это внимания. Так, давай, Баттерс! Красавец прям. Воу-воу-воу-воу-воу. Потише. Так, кровотечение, описание, окей. Давай, давай, сейчас выпью. Причем есть... Причем есть стандартное отключение, например... Точнее как, целебное зелье, есть именно просто зелье, которое восстанавливает ХП. И это два разных зелья. Вроде все нажал верно. Ну ладно. Так, способности, по-моему, я уже никакие использовать не могу, а вот подхилить себя могу. Так, давайте врежем хилеру. Вот, отлично. Больше нет хилера. Черт! Это было больно. Так, сейчас мы доберемся. Отлично. Die, на тебе! Так. Впрочем, тебе сейчас опять достанется. И давай. Люблю я JRPG, не знаю, мне нравится, например, меня не напрягают вот такие вот бои. А! Черт, он два раза выстрелил. Какой читер. Так, нет, стоп. Будем добивать все-таки негодяя. Так. Давайте подхилим нашего персонажа, а то он что-то совсем прям плох. И да, мне просто лень использовать хилку. Все, тем более мы победили. Так, теперь просто собрать с них добычу, как обычно. Все быстренько, легко. Так,
Ну, я думаю, нам этого хватит. Все еще надеюсь, что меня не так сильно слышно. И что нам надо? Ну, во-первых, собрать все Тими Экспресс и созови лучших. Вот на созови лучших я не помню, где у нас карта. Ага, наверх. Наверх карта. Нам нужно вот сюда. И вот сюда. Так, ну, начальные квесты я, в принципе, проходил, поэтому я примерно помню, куда нам надо и зачем. Okay, Officer Butt Brady. That's Butt Brady. Wait. Так, сейчас мы быстренько с вами пробежимся по всем этим квестам. Надеюсь, что это будет реально быстренько. Sorry, I've already got friends. This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. Черт, застрял. Так. Здесь вот можно пройти. Это я помню. Отлично. Вот таким образом можно, кстати, очень много интересных мест найти. Это хорошо. Вот, например, еще одно. Мы видим снеговика, и мы догадываемся, что его можно разбить. Так. Вообще почти все предметы можно каким-то образом повредить, либо разбить, либо из некоторых даже выпадают денежки. Из каких больше, из каких меньше, это по-разному. Так, давайте быстренько сейчас выстрелим. Вот туда вот. Там это нам потом поможет. Почему потом? Потому что сейчас не поможет. Потому что сейчас это бесполезно. Так. Нам вон туда, Твик. Нам нужен Твик. Мы идем к Твику. И, кстати, видите, жопа в огне 2, 3D. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Так, вы помните... Hey, over here. Как вы помните, наши ребята в первой... Ну, точнее, в первой Don't части игры. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Ну так вот, продолжу. Как вы помните, в предыдущих, ну, в самом сериале ребята смотрели первую часть. Вот. Поэтому в игре уже присутствует вторая. Вот я не знаю, правда, попадем мы на нее. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Twig? Twig! Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Бедный Твик, мне его так жалко иногда. Stay out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Да, типа лес полон сокровищ, но туда лучше не ходить. На самом деле, я уже сейчас немножко жалею, что выбрал воина, потому что... Потому что за мага было проще и веселее, так нам не дадут это открыть. Ладно, быстренько перемещаемся. У мага были довольно мощные заклинания, у воина, видимо, урон поменьше, но зато защита побольше. Ну, тут сложно сказать. Ладно, это решение мы узнаем потом, правильно ли я сделал или нет. Ну а пока пообщаемся с вами, дорогие друзья. Надеюсь, пообщаемся. Надеюсь, это будет приятное общение. Посмотрим, что у нас дальше. Как можно скорее нужно изучить все вот эти вот зоны перемещения, мягко говоря. Вот, это нам очень понадобится и пригодится. Зачем, объясняется очень просто. Тем, чтобы быстро перемещаться из одной зоны в другую и так далее. Так.
быстренько бежим, 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 бежим. Вообще постараюсь, знаете, сделать такой а-ля марафон. Так, кстати, нам сюда нельзя. Точно. Но нам надо посылку туда доставить. Черт. Как туда пройти, я уже не помню. Ладно. С этим мы еще разберемся. У нас пока просто нету того заклинания, которым можно пугать крыс. Скоро оно у нас будет, и мы сможем. Вот интересно, кстати, сколько мы ему платим? Нет, ну правда, мне интересно. Так, ладно. Наша задача сейчас вызволить еще одного друга. Точнее, как вызволить? Сейчас за ним просто сходить. Так. Эй! If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Охрененно. Так, еще там Картман что-то написал. У нас куча друзей появилось. 9 целых. Так. А, чувак, это только что выложили видео, где ты в облаке перечного газа. Погоди, да, еще раз посмотрю. Когда знаешь, чем все закончится, смотрите, сейчас смешнее. Оружие Джимбо включает газовые маски, которые делают перцовый аэрозоль бессмысленным средством самозащиты. Ага, вот нам подсказку дали. Fuck you, asshole. Ну то пошли вы. You sure about this? А, да, я уверен насчет этого. Так. Так, кого из них убить? Кого? Думаю, вот это. На! Кстати, потом у Баттерса появится имбалансное заклинание, которое будет всех умалять просто. Ну, очень крутое. А, ну и, кстати, минус Баттерса в том, что, как правило, его все бьют, если он с вами в компании. Вот такая вот печаль, беда. Так, ну у нас по 12 урона со стрелы, я так понимаю. Оу, по одной урона. Это мало. Какого фига? Ладно. Дайте грозовой молот. Лови! Так. Тогда с руки. На! Бонус X4 уже получен, офигенно. На еще. Так, сейчас от него опять защищаемся. Черт! Это было черт. Все. Мы их победили. Это офигенно. Так, быстренько обыскиваем их и идем дальше. Я вообще надеюсь, что у нас все получится быстро. Я хочу хотя бы дойти до конца сегодняшнего дня, именно имеется в виду в игре. Вот. Мне лично конец дня понравился. Я не ожидал, что так будет. Не, ну, точнее, я как, я ожидал, что что-то подобное будет. Это же все-таки Южный парк, но что прям вот так вот, нет. Вот если бы за конец первого дня запретили игру на Ютубе, я бы понял, почему. Потому что вот там это действительно жестко. Впрочем, если дойдем сегодня, я надеюсь, что мы дойдем, то вы увидите. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast.
Ain't much I can sell to a miner. Thank. Так, давайте просто купим у него чего-нибудь, а именно снаряжение, противогаз и справочник охотника. Зачем нам справочник охотника, собственно говоря? Ладно, не важно. Просто пойдем отсюда. Так, нам теперь нужно противогаз надеть. Если наденем противогаз, и вы увидите, как это эпично выглядит. Да, я знаю, на самом деле это выглядит не дико эпично, но окей. О, опять. What are you looking at, pussy? Опять набьем кому-нибудь задницу. Well, так, и пробуем, кстати, все-таки пробую. Я хочу попробовать. С ума сойти. О, аж два раза, смотрите-ка. Хорошее заклинание такое. Так, давайте. Давайте. Будем стараться разные использовать. Helmet of Butters! На! Чувак в ярости прям. Смотрите, бедняжка-то какой, а? Бедняжка. А, черт, черт, черт! Баттерсу не повезло. Так, я надеюсь, у чувака нет защиты. На! Да. Вот, почти у каждого оружия есть два типа. То есть оно может стрелять, либо... тремя, например, пульками, либо... Окей. Okay. Так вот. Ну, собственно говоря, идем далее. Я потому что забыл, что я хотел сказать из-за этой бабы. Ну, пока все нормально, пока все удачно более-менее проходит. Сейчас, по идее, должна быть битва. Битва. Серьезно, битва. What the fuck? Oh no! Да. Ah, shit, when are we gonna catch a break? Вот вы видите, нам не повезло, нам придется драться с ними. Черт. У меня не получилось сделать эпичное заклинание. Так, у нас молния. Feel that righteous fury! Он, кстати, больно бьет, я понимаю. Видите, у Баттерса уже нет жизней. Так, он у нас 20 брони. Ему надо вот этой хренью засаживать по самые гланды. Так, а Баттерсу надо что-нибудь попить. Маленькая порция. Ну, тебе хватит, Баттерс. Будешь мужиком, правильно? Давай. Давай, убей его! Давай, по яйцам ему! Молотком по яйцам. Ай! Больно. Так, мечом! На! На! А, отлично. Бонус к способности. Мы увеличили свою атаку, я так полагаю. И... давай! Супер, он почти умер, ребята. А, шокер! Черт! Использовал на нас шокер, сволочь. На. Да, мы убили его. Вот, и получили новое оружие, дубинку. Или посмотрим на нее. А она бесполезная. Окей. А вот, кстати, у нас есть? Нет, нету еще. Тут потом дают неплохие шмотки такие. Так. Что у нас здесь есть интересного? Ну, какой-то двойной подбородок, мешки, полосы. Ну, вы сами все видите. Ладно. Пойдем мы дальше. Вот, поднял. Таково воскрешение. Это офигенно крутой тако. С его помощью я могу воскресить всех нас. Так, вот здесь мы, кстати, подняли какую-то штуку. Шапку. Я, к сожалению, не помню какую. Но она, в принципе, полезная, наверное. Так, отстрелим. Можно что-то собрать, окей. Еще в идеале лучше собирать все, что только можно. И вот, например, такие вот игрушки. Я на самом деле не знаю даже, зачем это все делать. Ну окей.
Так, лобковый волос там подняли. Это нормально для этой игры. Yeah? Can I help you? What's this? Oh, the L stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Отлично. Так, возвращаемся назад.